В микрорайоне Купеленко открытие этого детского сада ждали давно. В семье Крюковых двое детей. Старший Сережа теперь будет ходить в новый детский сад «Колобок». И это поможет его маме больше времени уделять младшему сыну. Молодые родители уверены, их Сереже здесь понравится. Чтобы детям было интересно, безопасно. Ну, воспитатели, надеюсь, опытных наберут. Большинство воспитателей нового сада имеют опыт работы. Но самое главное, каждый влюблен в свою профессию. Новых планов очень много. Дерзать, идти вперед, учить детей, помогать логопедии, выстраивать звуки. Маленький Руфат ждал открытия «Колобка» с присущим детям нетерпением. Ты очень ждал, да? Да. На торжественное открытие детского сада приехал глава Ленинского муниципалитета Валерий Венцель. Он поздравил сотрудников учреждения и местных жителей с этим событием, отметив, что новый детский сад – это большие возможности. Я уверен, что в этом детском саду будут всегда раздаваться детский смех, всегда будет хорошее настроение, радость. Абсолютно уверен, что коллектив детского сада под руководством Яны Георгиевны сделает все для того, чтобы детишкам было замечательно, чтобы они получали первые знания, чтобы они готовились к школе. Начальник управления образования Светлана Ломакова высказала свою уверенность в том, что в этом детском саду будет интересно и его сотрудникам, и детям. Здесь созданы все оптимальные условия для осуществления образовательного процесса. Полностью оборудованы 10 групповых помещений, и мы всегда готовы поддержать все творческие инициативы педагогов и лучшие традиции детского сада. Символический ключ от здания сада его заведующий торжественно вручил представитель компании-застройщика, которая постаралась в короткие сроки завершить строительство столь важного для муниципалитета объекта. А после традиционного перерезывания ленточки гости отправились на экскурсию по учреждению. Они увидели и замечательно оформленные группы, и музыкальный зал, где, по словам его новой хозяйки, отличная акустика. А в спортивном зале уже занимаются воспитанники подготовительной группы. Физической культуре здесь будет уделено особое внимание. Главное – привить им любовь к спорту, к здоровому образу жизни. И это как раз-таки самый подходящий возраст. В пищеблоке кастрюли и плиты пока не знают запаха каши, супов. Все это впереди. Заведующая детским садом Яна Николаева показала главе района гордость кухни – особую жаровню. Большой объем. Сюда и плов. И на 200 детей это вот мы о таком мечтали. Фри. Да, вот все у нас в этом корпусе. Так а что здесь готовится? Картофель. Загружается и тушится, да? Да. Пока взрослые дяди и тети торжественно открывают детский сад, его будущие маленькие воспитанники вовсю играют на детской площадке. Ром, покажи, как у тебя машина по песку ездит. Получается? Да. 200 юных жителей муниципалитета будут посещать новое дошкольное учреждение, которое уже 2 сентября начнет полноценную работу. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.